Добрый день. Гость программы «Депутатов в кадре» сегодня – это глава города Чебоксары Евгений Николаевич Кадышев. Добрый день. Добрый день. Но больше 2 месяца назад вы были избраны главой города. Если глянуться немножко так назад, насколько сложно вам далось это решение и занять эту должность? Решение, конечно, было для меня сложным. Я работаю проректором по научной работе Чувашского государственного университета. Чтобы немножко открыть эту сторону моей деятельности, хочу сказать, что большие объемы хоздоговорных работ, неокров, которые делает университет в области науки, на этот год это достигает 80 миллионов рублей. Это не производство, это не продажи, это просто проектирование, это научное изыскание. К этому надо еще прибавить, что у нас до около 40 миллионов рублей гранты по науке. Это чистая наука, это люди, которые занимаются исследованиями, фундаментальными исследованиями, теоретическими изысканиями, которые могут быть потом реализованы в проектах, в неокрах. У нас 3 опытные технологические площадки, их мы продолжаем развивать. Мы делаем перспективные технологии, пытаемся эти перспективные технологии освоить, разработать и их адаптировать к нашему производству. Такая ответственность большая. Я, конечно, понимал, что надо будет соизмерять работу, которую проводят сейчас в Чувашском университете, и работу, которую надо будет производить уже здесь, как председателю городского собрания депутатов, как главе города. С другой стороны, я хочу сказать, что, работая с 2015 года председателем комиссии по экономической политике и инвестициям, я представлял эту работу. Ну и до этого, около 5 лет, был заместителем председателя общественного совета, где мы сформировали и маркетинговую программу развития города, и многие другие вещи. Я прекрасно представлял, что это такое, и как бы долго думал, как поступить. И времени на науку, наверное, теперь практически не остается. Либо изыскания в этой сфере удачно соприкасаются с тем, с чем вы сейчас занимаетесь. Ну, хороший вопрос. Этот вопрос мне постоянно задают. Я благодарен за то, что об этом спрашивают. И считаю, что если этот вопрос существует, значит, меня еще не вычеркнули из научной среды. Я еще что-то из себя представляю. Действительно, сейчас большой процесс в университете идет. Его уже не остановить. Даже если и я не буду активно в нем участвовать, его уже не остановить. Стараюсь работать. Рабочий день у меня удлинен. Выходных тоже нет, но я не переживаю, потому что работать интересно по этим программам, которые мы сами развиваем. Интересно работать с предприятиями, с электротехническим кластером. Если взять ваше направление, то есть это система управления маркетингом, инновациями, исследованием промышленного производственного потенциала, то есть нет ли у вас сейчас возможности, грубо говоря, теорию как-то применить на практике? Интересно тоже, вы говорите совершенно правильно. Все, чем я занимался в университете в рамках научных направлений нашей кафедры, где я работаю, то направление было такое, как отраслевая и региональная экономика. Часть региональной экономики и есть городская среда. То есть экономика города по научной специальности как раз входит в региональную экономику. У нас было много работ научных сделано, было защищено много диссертаций на эту тему, часть из них под моим руководством выполнена. Поэтому мысли и методы, модели по городской среде есть. И, мне кажется, можно сейчас вот с компанией нашей 6-го созыва, с депутатами, можно это реализовать. Да, вот. Совсем недавно вы принимали участие в заседании Всемирного совета «Объединенные города и местные власти». Оно проходило в китайском Ханчжоу. Да. Достаточно далеко. О чем все-таки там шла речь? Зачем надо было ехать, так скажем, за 3-9 земель? Чебоксары с 2016 года являются членом этой ассоциации объединенных городов и муниципальных властей. Чебоксары входит в отделение, евразийское отделение, куда входят все страны СНГ, 9 стран Киргизии, Туркмении, Монголия, Китай. Вот это все эти страны входят в это евразийское отделение. Центр евразийского отделения находится в городе Казани. И мэр Казани, господин Мэтшин, является председателем этого отделения. Отделение самое влиятельное, как такое быстро растущее. По результатам конкурса, проводимого внутри исполнительного комитета, город Чебоксары в классификации больших городов по евразийскому отделению был признан как большой город и
с его успехи в развитии города Чебоксары на международной арене и по имиджевой политике во внешней среде удостоены были третьего места. Был вручен в торжественной обстановке диплом. Этот диплом находится сейчас у нас. И, в принципе, очень приятно, что мы в категории больших городов заняли третье, но все-таки почетное место. Насколько высокой была конкуренция? Вообще участвовала вот в этой... Ну, более 100 городов подали, у нас подали, участвовали в этом конкурсе. Мы были третьими. Ну, первым город был город Ставрополь. А всего было 320 участников из практически всего мира на этой конференции. Насколько я понимаю, была даже подана заявка на проведение Всемирного совета в нашем городе. Да. На этот счет могу сказать, что наша заявка рассматривалась на самом высоком уровне. Действительно, на 2018 год около 140 городов мира подали свои заявки на проведение очередного заседания исполнительного комитета и в целом самого Совета Объединенных Городов. И уже на самом последнем этапе выбора, на самом последнем этапе конкурса был исполнительный комитет, мировой исполнительный комитет рассматривал два города, Буэнос-Айрес и город Чебоксары. И вот на последнем этапе уже из 140 городов, когда осталось только два, мы уступили это место Буэнос-Айресу. На что я получил отдельную благодарность от председателя исполнительного комитета, секретарь исполнительного комитета, и долго искал нашу делегацию для того, чтобы выразить свое личное восхищение от того, что действительно город Чебоксары имеет такое вот мировое значение и мог быть рассмотрен как место проведения такого большого-большого мирового события. Соревноваться, конечно, с таким большим городом, наверное, было сложно, но, на ваш взгляд, вот чего не хватило, в чем мы проиграли? Только в масштабности, либо чем-то еще превзошел Буэнос-Айрес? Ну вот результаты мы перевели на русский язык, вот это все, и в основном те шаги, которые мы сейчас делаем, их надо было сделать несколько ранее, по нашей презентации во внешней среде, по развитию города на международной арене. Сейчас эти шаги делаются, идут, но результаты придут через некоторое время. Вот в этом плане город Чебоксары немножко уступал. Если вы посмотрите на классификационную таблицу, то мы немного уступаем Буэнос-Айресу. Ну, на будущее возможно ли, что в другой какой-то год такой большой форум будет принимать и город Чебоксары? Ну, я считаю, что это все возможно. Во-первых, у нас мы получили прекрасное предложение провести здесь в 2018 году заседание комиссии по культуре вот этого форума объединенных городов и муниципальных властей. Заседание комитета или комиссии по культуре является таким знаковым событием, потому что в Евразии, вот где мы находимся, пока еще не определили с культурным центром. И если мы проведем эту... Да, если мы хорошо проведем, я нисколько не сомневаюсь в этом, то мы сможем претендовать город Чебоксары, я не буду забегать вперед, на культурный центр Евразии. И это очень хорошо. И действительно это так. Наш город интеллектуальный, инновационный, национальный культурный центр Поволжья. Поэтому считаю, что все условия для того, чтобы провести, во-первых, этот комитет здесь и претендовать на это получить новый статус. Звание, очередной статус, мы имеем все условия. 2018 год совсем не за горами. Будем надеяться, что все это получится. И все-таки, какие еще направления в работе будете считать приоритетными в следующем году? В следующем году, как и в этом, будем развивать комфортную городскую среду, работу по дворам, по дорогам. Будем заниматься улучшением жилищно-коммунального хозяйства. Обязательно будем заниматься с городским собранием работой городского транспорта, упорядочением торговли и все, чтобы создать в городе комфортную городскую среду, добиться того, чтобы город был удобен для проживания. Бюджет сформирован практически уже. Насколько вот он позволит воплощать все вот эти вот направления? Бюджет сформирован. Сейчас идет его обсуждение бюджета на всех депутатских комиссиях. На очередном собрании, городском собрании депутатов этот бюджет будет рассмотрен. Все комиссии отмечают, что бюджет сбалансирован, сформирован неплохо.
Конечно, бюджет напряжен. Конечно, доходная часть бюджета, она, ну, в этот раз сформирована полностью, соответствует расходной части. Но ведь все зависит от налогов, от поступления в этот бюджет, от формирования этого бюджета за счет налоговой части, неналоговой части. Это работа как раз в том числе и городского собрания депутатов на следующий год. Ну, остается совсем немного времени до наступления Нового года. Какие-то пожелания готовы горожанам нашим? Очень приятно, что наша передача выйдет перед самым Новым годом. Я, как житель города, как коренной житель города, хочу поздравить всех наших чебоксарцев с наступающим Новым годом, пожелать им самого-самого хорошего, счастья, здоровья, крепких семей, хороших детей, добрых родителей, чтобы жизнь в нашем городе была хороший, спокойный, чтобы мы жили здесь с удовольствием, радовались каждому дню. Большое спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Надеюсь, что все пожелания и все наши мечты в следующем 2018 году обязательно сбудутся. Спасибо.